Да, улети пока, Вадим, ты. Нужно попробовать, Ваня зайдет. Он вар здесь профитнее, чем здесь. Вадим меня особо домами. Хорошо, что у нас один рейтинг здесь. Ну, Просто выбеги. так, я тут, я что-то потерял меня. Сейчас он такая одну бумагу Саня, делает. Саня Юи, вы здесь? Саня Юи, вы здесь? Саня, Мавар. Этот. Ну, тогда вы вдвоем будете поддерживать на этом, на Art of Magic. Так у него получается почти все время будет плюс 10% крита. По очереди закидывать. Через 10 секунд. Это очень сильно ему урон апнет. Что фаера больше всего крит апает. Мейн стата для фаера. По факту при трех ночных эльфах можно 100% времени поддерживать, плюс 10% крита. Могу макрос скинуть, чтобы заполнить цель. Только там перепишите вместо маленьких хитростей, напишите. Напишите эту милость Иона или как там. Закинул. Это цель запомненную. Закидываться будет только место маленьких хитростей. Напишите милость Сионы. И вам не нужно будет что нажимать, просто будет закидываться цель. Запомню. Так, ставлю шкаф. Ой, ставьте шкаф, точнее. Банк ставил. Сань, возьми фласки ДДшные, я возьму. А в Дискорд можно макрос закинуть, а то я не могу с чата копировать. На пол будешь тоже в фаермага по КД закидывать. Он будет под критом постоянным почти. И на пол он где-то должен нормально выдавать здесь. Он ближе, я его ближе поставлю, чуть не знаю. Сань. Я Чтобы фласки не буду Юи на давать, него Троян достал. мне Блять, сука. убивает, короче, А ДД. кто? Не Что знаю. давать ДД фласки с зоны? Давай. Так кто за... Санек. У нас синдереев нет? Да. Синдереев от задачи этой задачи. Они 20% крита дают. Они не так работают. Они дают только для себя, для хила. В Для хила смысле? или для урона? Ну, ты кидаешь Они только на себя на... работают? Да. О, говно. Надо на форуме наплакать. Они могут на себя, либо если кидают на кого... Они, точнее, кидают на противника, либо могут кидать на союзника. Если кидают на союзника, они хилят этого союзника больше. Если кидают на противника, то... Ну, понял, То понял. это... На минуту отбежал туда-обратно. Тогда критует боль. Art of Mag строится так ближе к мелизоне, вот, чтобы до тебя доставал танк. Первый закинешь. Ты, Юи, в него. Потом, Санечка, ты где-то через секунд 10 закинешь. И потом Понятно. когда закидываете в Art of Mag всегда. Так, покажи, Юи, по поводу дэшмот свой. А у тебя нету Толгородовской трени? Есть, но она 232-я. Мне кажется, она профитнее будет. Ты же все равно тебя не особо дамажит. Надень лучше место выбора что, этого слабенького. 232-ю. Наверное, надо хотя бы, коли 1050 здоровья сделать. Шею убирай. Главное, триню, короче, надень. Она нормально дамажит за весь бой. И по Ховану то же самое. Триню поменяй, которая... О, красавчик. Вечное пламя. Но 30-40 тысяч здоровья это мало, мне кажется, будет. Надо посмотреть, как прогибает.
По факту, можете весь танковский шмот надеть, если говорил Войт, что сильно танк пробивает. Только вот эту 3 не оставьте, вечное пламя. Она по 1000 будет дамажить, нормально. Сумойте мавары, все кидайте мне обмен за кастерскими и фласками. Обязательно все припоты здесь есть. Танечку ПС-ку будешь мне закидывать. Когда будешь говорить, когда есть спула, первую закинешь, потом когда... Один орк у нас вообще выйдет, больше нету. У нас Женек, троянский орк. А, троянский уже орк. Я гоблин. Какой орк, блядь. А, ты гоблин уже. Женек орк. Пахлава орк. Вижу. Сейчас я просто не видел, что Женек орк. По-моему, же гоблином был. Но он поменял еще неделю назад. Ну понятно, все, закину. Так, надо еще куда. Саня, а спул уже Гера будет? Попробуем дать оставить на экзекутку Геру. Мне кажется, хорошо. Будет профитнее дать ее на экзекутку. Ну, я считаю, нет. Мы проки все. Ну, под все проки не попадем, как под пул. Ну зато от экзекутки будет баф. Для всех почти. Для фаермага. Давай попробуем так, и попробуем так. Почему ДКшники просты все? Тоже есть экзекутка. У них у комбата есть экзекутка. У половины людей есть экзекутка. Саня. Так, этот. Кидайте за кастерскими фласками. Не мне, Сацуне за ДДшными. Мне за титанами. Да, слышно. Ты запомни цель. Нажми запомнить Art of Mag. Ну так и есть. Я же что-то скопировал, понял. Все, работает. Исправил. Все, давай, короче, первый закинет Ю, и Санька буквально секунд 10 ждешь, закидываешь, потом второй, и потом по КД в него закидывайте. Обязательно. Хорошо. Там его по урону очень сильно должно разогнать. Ну, да, много кого нет, но давай попробуем. Попробуем так один разок, Вань. Если нет, то сделаем. Так, три, ну давай попробуем еще в три хила, Полинор. А, подожди, лучше Полинора вообще пока на замену кинуть, взять Майлика, он больше даст. Да, давай этот Полинор, вы офните пока просто, а Майлика засмойте. Демон есть, да. Поставьте шкаф, засмойте Майлика, дайте ему флаг кучу. Так, Пахлаван, Кадама, смойте их, и будем начинать. Давай попробуем. Короче, так, посмотрим. Я не видел, как это прогибает. Троянский тут. Все. Давайте ребаф. Ставлю рыбу. Юи первый танк. И истерию закидываю на комбо трогу. Не забудьте все масло намазать. Кстати, рыба. Ну все есть подачные глазки петь. А с ПДшные и
ДДшные. Ну так кидай обмен. Я же предговорил, что кидайте обмен кому классно. Не мне снурки. Снурки Сатуны. ДДшные фласки у Сатуны. Давай Бодрейвен СС на определенно. Джанг на Art of Mago. Дексиона на Good Help. Бавка на Мавара. Что думаете, я умру? Хуй его знает. Но на фиконом не сдохло. Все. Готовность на пол. Будем пробовать. Сосуна, Саня. Ну кто? Да, все трэш бьют. У нас вроде как нет ни мутика, ничего такого. МК я отдал фаермагу. У нас одно МК. Анька полу-спула сразу закидывает мне эту. Юи, ты первый отдашь по Art of Mago. Аня, дал Пашку? Герб, да, давай. Давай на экзекутке отдадим. Попробуем. Играли по трэшу все. Сколько проходной ДПС? 8200. Сейчас не услышал. 280. У нас 270. Яры. Добывай еще. Аня скажет, когда ПС-ка откатится. 12 секунд. Мавару прокиньте. Все, откатилось. А давай. Саню прокиньте. Вставай. Гимн за... Ёбаный, брат, сразу шотну. 20 тысяч урона влетело. Ну, метка, она сильно дамажит. Будрейвана сейчас прокиньте. По трэшу больше урона, ребята. Он бьет меня. Ну,
Махада и нарпожение по скибиди. У Дрейва он сейчас умрет, если не прокинуть. И нормально, шнурки не так сильно будет пробивать. У Дрейва на поднимите и шнурки. Мне метка, я просто армор сейчас включу. Меня и Будрейвена сейчас придется хилить жестко. О, двух тиков убивает. Крысе селестит на кастеров с двух тиков убивает. Ну, пока еще. Прохил. Давай, пойдем. По урону вроде как неплохо. Надо сейчас с хилом разобраться. Может быть еще одного хила поставить. Я думаю, сколько сейчас топ ДПС? Ты еще раз? 260. Сколько общий ДПС? Не услышал, что ты говоришь. Ваня, пропадай. Сейчас 250. Сколько? Было 269, 270. Херня, не убиваем. Давай попробуем что-то. Еще раз что-то. Двести восемьдесят тысяч убили за 6 секунд до берсерка. То есть 10 000 там много. Мы еще Геру Ваню давали. Что? Тебя Гера 1000 ДПС рейдов не даст. 6 минут на бой, да? 10, нет? Да. 2 минуты до берсы у нас 60 центов, камон. Отъелся, правда. Пошли еще от раз сделаем. Два. Вань, вы же убивали? Другой ги. Я не убивал. Там убивали. А сколько там минималка по депсу была? Говорю, 80. По депсу? Нет. Я именно по личному ДПСу. 11, 10.
Не считая демона там с собой. Считая демона 10 700, почти 11. Ну вот, печка на демоне 11 тысяч дал. Бомж БДК почти 12. Потом сова 12. Ретрик 12. Топ ДПС 17 500. Человек. Типа у нас 8, 9, 10. Ругается. Аксион, Зинканис так еще пассивку андеда. Давайте попробуем Герус пула дать. Давай. Потому что на экзекутке могут не дожить люди. Типа. Ганг. Заходи. Как экзекутка? Сыпы вырастет ДПС, ну, там на 5000 общий. Кстати, если метка падает, ни СС, ни БР не надо юзать, потому что метка останется на человеке до тех пор, пока живой босс. И будет его убивать. Чё, он? Ты до сих пор понял этого? Экзекутка есть у всех. Даже блин, у всех класс. Но у нас. А проки и бурсти всех. Ну давай, ладно, давай дадим. Хорошо. У нас раз, два. Три. Четыре. Когда Масур. Пять. Шесть. Простите, что влезаю, где распула будет, да, я правильно расслышал? Да, да, да. Ну, Макс, заходишь? Да, он сейчас идет, наверное. Глубится, походу. В прошлый раз, как Аксиона умудрил набить 75 тысяч в СТШ, которые били? Дестик. Мне кажется, мы две геры успеем отдать. То самое данг, то самое бавка. 8 минут бой. Есть рыбу. Че, блять, считай вы босса. Это вот про дурачков. Кого ждем-то? И для него котика не хватает. Что... А у них здесь не работает почти. Значит, она точно убивает. Не, меньше 150 тысяч я начну минусовать сейчас. Это трэш. Точно. Берешь такой, нажимаешь таб и бьешь трэш. Готово. Да здесь надо всем бить, в том-то и дело. Если не будете все бить, будет жопа. Абсолютно всем. Ну, начни бить того, кто не бьет никто. Все. Вы же овер 10 секунд. Что вы тут, блядь, рассказываете интересные сказки? И их не бьет кто из мили-зоны. Не хватает, Джан. Ребят, дайте пристабаф ему. Все, давайте.
шабль. Все. Это мафрамак, вспомни цель. Смотрю, как будешь сидеть. Блять, ну. Алло. Хороший. Тайн, давай, Геру. Ой, не Геру, ВПС-ку. ВПС-ку Геру. Нет, Росан. Че, на фромбаге стоит, у вас пола докачивает еще в сорфан. Понимаю, понимаю. Нет, пока четвертая кровь включена. Сейчас. Тогда уже людей скажу, когда закину. Хорошо. Женя просили уйти в гудхелпа. Он сейчас будет сильно прочитать. Можешь на себя перевесить частицу. Маша, злей и нарколоски беги. Саня, есть, если что? Поездка? Да. Конечно. Давай, закидывай. Вот сколько поднимите. Сейчас тик будет. И джанг будет второй. Сильно проседать. Джанка. Женя, good help. Не Женя, давай, Вадим, ты забери защиту. Нажми мастера урона защиту. Бить по очереди давать. Таня, потом ты следующий. Физлой бьет. Освободите, да. Ганка, поднимите, сейчас умрет. На Кадама. Кадама следующий. Будет проседать. Таня, забирай ты сейчас защиту. Я еще ее не отдали, еще мне даже. Так давай, 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 по КД будешь нажимать. Потом скажешь, Саня заберет, по очереди будете отдавать. Так она занята кем-то, она ее не отдают. А, похвала, отдай защиту Майлику. Танка, поднимите, сейчас умрет. С вами поездка есть. Но у меня еще стелая кровь включена, Саша. Сейчас закончится. Да, 5 секунд. Закидывай. Саня, хотя еще рано. А. Саня, закастуй гимноману. Похвала, нажми массакру.
Женя, по-моему, полностью сел. Есть возражение, руку по скибиде закиньте. Есть. И на ману что-нибудь. Марка ему инер. Маша упала. А, блин. Да, у меня там сейчас трабует. Да, вот трех. Нет, тут три кила не проходить, надо еще общий ДПС немножко руки поднять. ПСК есть. Закинь ее good health у какого-нибудь этого. То он без маны вообще. Окей. Закинул поиск, как будто бы сотня. Юи, нажми айсбаун. Бухова поднимите. Похолан там как от кулдауница тоже нажмешь. Твою. Сейв обилку. Нет. Тут даже не в кране. Сливается до кера. Ладно. Не, надо локти ДПС поднимать. Чуть. Плюс кила еще одного, четвертого. Кривой, да нет, тут надо был кривой пол просто, Саш, был. Пиздец, какой кривой. Давай еще один сделаем, чтобы все убедились. Пойдите просто. Да нет. Прохили сильно много целей, это там жестко. Она постоянно... Смотрю, хп, да. На комбав, да, он теперь всю дорогу, как повешался, всю дорогу будет хп так тикать. И тикает типа на слабо. Вообще капец. Если повесит еще на каких-нибудь сватников, тогда ладно. Так, блин, если он вешает на коневиков, просто убивает. Санька, найс, свечи, трэш. Что еще раз? Говорю, найс, трэш, свечи. Ну да. 54 тысячи. Давай. Надо, короче, одеваться, прежде чем пытаться убивать. Здесь нужен еще один масхил, такой как друид, чтобы она накидывала ходки, а не ходки висели постоянно. Ходки не перебьют.